договор тут. Вы писали вместе? Насчет синтика. Насчет кошки, кошки. Ну и давай. Давай сюда, возьми ее в руки. Принеси сюда. Мы сейчас поговорим. Вот она. Любовь Николаевна. Сейчас я одеваю форму. О, лысый какой. Вот она. Вот она. Вот она, красавица. Не, кошку принесите сюда. Вот она, вот она. Вон, вон она пошла где. Тащи ее сюда, Люба. Сейчас, сейчас она одевается. Сейчас. Сейчас мы будем договор составлять. Иди да, сюда, вот. Иди сюда, Синька. Пойдем Синька, на Синька, иди сюда, Синя. Иди. Иди. Ну-ка, давай. Пузырчатая. О-о-о. Какая упитанная. Любит ее. Давай. Ну куда пошли-то? Ну он боится смотреть. Вот чтобы ее не засняли. Вот это мучаетесь чем? Перед Богом идешь по улице, везде-везде стоят, снимают. А здесь нет, раз снимают, тебя спрячусь. Тут сам себя человек боится. Это еще нормально разве? Эти люди, как правило, ни на какое благовестие никогда не пойдут. Они себя убили уже при жизни. Кто-то его снимает еще-то. Так, ну что-то я не найду. Мне уже ждать некогда. Проходи. Давайте. Сейчас бумажку и... Значит, вот какое. Давай вот сюда, Володя. Вот сюда, садись сюда, иди сюда, считай. Записи. Сейчас принесу бумагу. Ну, прям не дождешься. Как черепахи ползают. Черепахи. Остановись все сейчас, пока не дергайся. Спокойно. Маленько, постойте хоть минуту. Хорошая кошечка она какая. Да. Да, замечательно. Синька, синька, синька. Вот она поедет домой, если еще не заладится. А сейчас белого кота возьмет. Перевязать надо вверху, как у нас делается подверку. Так, считай вслух. Павел, считай. Считай, считай. Или я. Расписка. Я Фатеева Любовь Николаевна. Обещаюсь. На время отсутствия хозяев в городе Барнауле находиться по адресу Барнаул, улица Ползунова, 6 и 6А, и исполнять обязанности по охране имущества, сохранению животных, в том числе и кошечки Синьки. Кошка и голубей допишешь, и голубей. Хорошо. Голубей, вот смотри, я оставлю, но сшить надо ей шлейку. Угу. Я покажу как. Вот здесь ошейник у ней будет, а от ошейника вот сюда две идут. А одна такая, вот здесь вот, чтобы могла вот здесь, и за нее цеплять. И она не может ни туда, ни сюда. Это на веревочке будете выходить, там ее, ну как собачка. Люди же выходят, кошек выводят так. Да. Ну, да хорошая такая кошка. Замечательная кошка. Договорились? Угу. Самое главное, вот у вас беда какая. Там открыто, и вы лезете к этой двери. Эту дверь пальцем не трогать, пока там не запрешь. Она выскочила, ты можешь взять ее. И теперь вы будете выгуливать ее каждый день. Вышла прямо на веревочке дальше, можешь привязать, только не выпусти. С веревочки она сразу погибнет. Да. Вот она как. Договорились? Договорились. На бумаге расписаться. Нет. Двое распишитесь. Завтра ее не будет, придете шлейку, материи принеси какое-то. Там если есть что-то такое в виде ремня, можешь принести ошейник. Угу. Вот так. За скотиной надо ходить. Володенька у меня выезжает. Будем молиться. Вы ко мне приходите, как всегда. Молимся, а он оттуда будет считать псалтырь, и будет все видно. Оттуда. Ну, тут, брат ты мой, обдумали. Я говорю, Володь, ты сейчас еще виноград не принес. Да я яблок принес. Вот они, яблоки. Ну, это он тебе. А? Это он тебе принес. Я сумку освободила. А сейчас почему я... он к нам не зашел? Ну, потому что Гликерий здесь, он за ней зашел. Он что, хочет забрать ее? Он ее забирает. Ага, завтра в школу. Ну, а сделал другое. Так, ну все, пошли мы. Ну, подожди, я сумочку тебе перекладу. Да не надо, да я в карман положу, да и все. А, ну положи. Дай, который не мокрый. Все положи. Да почему все-то? А потому что у меня есть... Володька, возьми с собой. Найди, записывай себя. Давай. Иди расписывайся. Иди расписывайся. Вышла, я вот дописала. И расписку давай мне. И голубей. Да. А вторую сейчас напишу. Мы оставим вторую себе.
Эту им. Расписку-то давай сюда. Число поставь. Поставила 10.04. Ну, вот распишется, свидетель напиши. Свидетель, Володя. Так, давай еще я бы тут там. Карман-то наложу. Ты возьмешь с собой там сколько. Давай остатки. Раз не едят, не надо. О! А вот сейчас... Владимир Александрович. Да, ну, у нас хватает хлеба-то. Да? Это вам. Что, так, расписываться? Ну, конечно. Так, сестры, все, пошли мы. Так, еще что дописать сюда надо? Ничего не надо? Там, не знаю. Прямо место шьете. Шлейку. Хорошо. Я вам покажу, сейчас сразу вдвоем будете шить. Все. Все, уходим. Выдача. Ну, с Богом. Господи Христос, Володя, дай Бог тебе доброго здоровья.